Я вообще считаю, что российское присутствие в Украине бессмысленно. Я считаю, что для Путина важен-то только Крым. Все остальное это точки для торговли. Угу. И то, как Путин вот сказал, когда наши добровольческие части были в Курской и Белгородской областях, что мы понимаем, что они там будут забирать территорию для потом обмена на территорию Запорожской и Херсонской областей. Ну, мало того, что, то есть, конечно, для нас было приятно, что он так оценивает нашу возможность забрать такую территорию, что ее можно обменять целиком на Запорожскую и Херсонскую области, но самое главное, что он тем самым впрямую проговорился, что он готов обсуждать, да, то есть принадлежность Запорожской и Херсонской области.